наблюдать, складывается все в симфонию. И о чем эта симфония, фиг знает, кроме одного, она о сегодняшнем дне. Поэтому вы нам оказываете огромную честь и огромное удовольствие, и очень нам помогаете в распутывании этой загадки, разгадать которую было бы едва ли по силам даже самому Шерлоку Холмсу, или судье Ди, или Эркюлю Пуаро, или всем остальным. Бальзе только возможно. Зимний урок. Окей. В сложном случае нужно... Нет, нужно, как учил Кастанеда, когда не знаешь, что делать, нужно заменить на месте, потом прыгнуть в сторону. Так ты сделал? Почти, но имя другое и фамилия. За что шиванку там мороза, ведь он ни в чем не дал. Она сама его морочила, а он ни в чем не виноват. Он в новый цирк ходил на площадь и дал циркачку полюбил. Ему кого-нибудь попроще, а он циркачку полюбил. Она по пробке ходила, махала белой рукой, и страсть Морозова схватила своей мозолистой рукой. А он медузами питался, циркачке, чтобы угодить, и соблазнить ее пытался, чтобы ей, конечно, угодить. И он швел в пекине сотни, ему-то было все равно, а по нему Маруся сохнет, и это ей не все равно. Не думал, что она обманет, ведь от любви беды не ждешь. Ох, Ваня, Ваня, что ж ты, Ваня, ведь сам по проволоке идёшь.